Минувшей ночью в Чебоксарах открыли движение по Сугутскому мосту. Утром на работу горожане смогли добраться без уже привычной на этом участке пробки. Теперь в распоряжении автомобилистов 4 полосы. Так будет до марта следующего года. Весной на капитальный ремонт закроют вторую половину в сторону центра. На тротуарной части сотрудники компании-подрядчика еще завершают работы. Так мы застали заполнение битумной резиновой смесью, разрывы между асфальтовым покрытием и желобом для ливневых стоков. Вода, когда будет течи сюда, чтобы она попадала в лоток, чтобы здесь она не стояла. Сегодня, к концу рабочего дня, скорее всего, закончим. Встретившиеся нам автомобилисты оказались скупы на эмоции, однако мы уверены, те, кто ездит здесь постоянно, ровному асфальту и свободному движению, рады. А что, открыли его, да? Да. Очень хорошо. Если построить хорошо будет, значит, замечательно будет.